Отрабатывая оперативную информацию, сотрудники управления вышли на преступную группу, которая осуществляла сбыт синтетических наркотических средств в городе Твери. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Московском районе города в момент организации закладок с синтетическими наркотиками были задержаны двое мужчин. Задержанные оказались граждане Украины, которые занимались сбытом синтетики на территории России уже около 2 месяцев. Им 23 и 24 года. Они оба безработные, один из них ранее был судим за грабеж. При личном досмотре у них изъяли 29 приготовленных к сбыту свертков с наркотиком. Также в районе задержания оперативники обнаружили и изъяли 10 закладок общей массой более 100 граммов. В этот же день были проведены обыски по месту жительства задержанных, в ходе которых изъяли около 1 килограмма синтетических наркотических средств. Помимо этого, наркополицейские обнаружили электронные бытовые весы, упаковочный материал, ноутбук, банковские карты и мобильные телефоны. Стало известно, что вербовка будущих наркодилеров происходила по одинаковой схеме. Находясь на Украине, через сеть интернет они получали предложение работы в России. Прибыв в один из российских городов, молодые люди были проинструктированы о деталях работы и направлены в город Тверь. Здесь фигуранты арендовали квартиры и приступили к сбыту курительных смесей бесконтактным способом. В настоящий момент следственным отделом управления возбуждено уголовное дело в отношении указанных граждан Украины по фактам хранения и сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.